Ирина Чурикова, заведующая Дома культуры села Виноградово. С марта этого года стала еще и волонтером. Свободное от работы время спешит на помощь тем, кто в этом нуждается. У нас есть группа в социальной сети, куда приходит заявка, номер заявки, адрес. Я звоню по этому номеру телефона, спрашиваю, что нужно. Мне говорят, что нужно купить. Я покупаю в магазине, либо в аптеке, или беру в больницу и доставляю на дом этому человеку. Обычно заявок, 2-4 в день. Сегодня нужно разнести лекарства. В поликлинике номер 2 второй районной больницы медицинские работники подготовили сформированные заказы. Здесь делает роспись. За каждое лекарство он должен расписаться. Все, вручаете лекарства, опись одну нам, одну этому пациенту. Для каждого жителя, который обратился за помощью, лекарственные средства положили в отдельный пакет. Сегодня Ирине нужно разнести медикаменты 4 жителям микрорайона «Цемгигант». Первый адрес в частном доме по улице Чапаева. Женщина страдает хроническими заболеваниями. Родные есть, но они на карантине. Купить лекарства некому. Я звоню в регистратуру. И называй, какое мне лекарство нужно. Так, смотрите, у вас тест-полоски есть. Расписывайтесь. Это где девушка? А вот здесь. Вот здесь вот расписывайтесь, то, что мы вам принесли. Женщина поблагодарила волонтера за то, что так быстро доставили необходимые ей лекарства. В этом и есть смысл бескорыстной помощи добровольцев. Тех, кто в трудный час обходит дома и в дождь, и снег, несмотря на усталость. Потому что очень много одиноких людей, и хочется помочь. Потому что когда у меня была трудная ситуация жизненная, мне тоже пришли на помощь. И нравится мне помогать людям. Я получаю от этого удовольствие, то, что я могу сделать что-то полезное в своей жизни для кого-то. В городском округе Воскресенск работает более 100 волонтеров. Создан штаб, куда стекаются все заявки жителей. С вопросами доставки медикаментов и продуктов жители могут обратиться по телефону 8-496-44-2-31-72, 8-800-201-91-21. Также для удобства жителей в приложении Telegram по инициативе Общественной палаты Московской области создан чат «Воскресенск здоровье», который поможет оперативно решить проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи. Евгения Светлая, новости из Крывэкт.